этом я буду заканчивать свой вышивальный влог. Такой он у меня получился на этой неделе не очень продуктивный. Я делала больше дел всяких по дому. Но вот моя новиночка. Я вам показывала, как я ее сшила. Маленечко по этапам даже получилось показать. В целом, для первого своего опыта, я считаю, что у меня хорошо достаточно получилось. Да и я сильно, знаете, не заморачивалась над бусинами. Взяла из того, что у меня есть дома, из того, что было дома. Вот, поэтому думаю, что пойдет. Сделаю себе еще несколько брошек, буду там украшать либо вышивку, да, вот там, может быть, на какую-нибудь одежду. В общем, найдется куда прицепить. Все, всем большое спасибо за внимание. Думаю, что следующая неделя будет у меня более продуктивной. Увидимся в следующий понедельник. Пока-пока.